Часы мультитул, которые заменят 28 инструментов. В этом обзоре поговорим про часы мультитул марки Leatherman, модель Thread Tempo LT. Рассмотрим устройство поближе. Браслет и корпус часов выполнены из высококачественной нержавеющей стали с покрытием черного цвета. Звенья браслета имеют анатомически правильную изогнутую форму, не натирают кожу и сводят к минимуму риск зацепиться за одежду внешней стороной. Мультитул собрал в себе 28 инструментов. Это 15 отверток с различными шлицами, включая шестигранные, 8 ключей, среди которых накидные ключи от 6 до 11 мм, ключ на 3/8 дюйма, а также ключ для кислородного баллона. Еще есть консервный нож, открывалка для бутылок, стеклобой, инструмент для вынимания сим-карты и адаптер на 1/4 дюйма. На браслет действует гарантия 25 лет. В часах использован кварцевый механизм швейцарского производства и сапфировое стекло. Питаются часы от батареек. У разметки и стрелок светонакопительное покрытие, которое пригодится при плохом освещении. А еще часы водонепроницаемые. Выдержат погружение на глубину до 200 метров. Гарантия на часы 2 года. На задней крышке часов есть специальная отвертка под шлиц, которой можно разобрать браслет, заменив звенья на дополнительные. В комплекте таких 3. Также на одной из сторон этой отвертки находится небольшой алмазный напильник. Подведем итог. Часы мультитул Leatherman Thread Tempo LT – многофункциональное устройство, продуманное до мелочей. Часы всегда подскажут время, а браслет заменит сразу 28 инструментов. От отвертки до стеклобоя.